Если провести опрос среди жителей города Оренбурга, и среди взрослых, и среди детей, то думаю, что большая половина населения города на вопрос «Знаете ли вы, что такое Самородово?» ответит утвердительно. Или слышали, или были сами, или были участниками слетов, фестивалей, конференций, или приезжали вместе с детьми на отдых на заездах выходного дня, или дети отдыхали в лагере Самородово, которому в этом году исполнилось 30 лет. Было выбрано уникальное место на берегу реки Урал в 40 километрах от города Оренбурга, вдали от автострад, в зоне смешанного леса для строительства лагеря, летнего в то время пионерского лагеря, для детей и работников предприятий газовой отрасли. До 1998 года лагерь работал действительно как летний загородный лагерь для детей. А с 1998 лагерь принимает на отдых детей не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. Лагерь строился, развивался благодаря кропотливой, иногда самоотверженной работе сотрудников лагеря Самородова с помощью и с поддержкой обязательно сотрудников, работников общества с ограниченной ответственностью ОЗОН и, конечно, при ощутимой поддержке общества «Газпром-добыча Оренбург». Сейчас лагерь Самородова – это 13 гектаров ухоженной территории, где голубые ели, высаженные 30 лет назад, поднялись уже выше двухэтажных комфортабельных корпусов. Есть сосновые аллеи, есть площадь роз, цветники, газоны – все это лагерь Самородова. Кроме этого, огромная спортивная база – это два спортивных комплекса, бассейн, спортивные открытые площадки, два футбольных поля – все, что позволяет детям и взрослым проводить время активно, формировать здоровый образ жизни для всех, кто приезжает к нам в лагерь Самородова. Все, кто приезжает первый раз, говорят, что там очень красиво. И это действительно. Хрустальной чистоты воздух, лес, ухоженная территория – это все позволяет наслаждаться территорией лагеря Самородова. А корпуса – это очень благоустроенные, современные, отремонтированные, с хорошей мебелью, с оборудованные киноконцертные залы, отличная столовая, помещение для кружковых занятий. Для занятий спортом есть все, что нужно для отдыха детей и взрослых. Лагерь Самородова трудно назвать просто лагерем. Это лечебно-оздоровительный комплекс, поскольку работает он по 7 направлениям. Но основное и главное, конечно, это отдых детей и оздоровление детей на каникулах. Кроме этого, с 2003 года лагерь стал круглогодичным, и мы принимаем детей в санаторий, в детский санаторий на оздоровление без отрыва от обучения школьного, с сентября по март месяц. В настоящий год, в последние годы, в настоящее время, более 1000 детей из всех районов и городов Оренбургской области приезжают к нам на санаторное оздоровление. Есть также отделение реабилитации и долечивания для взрослых. В 2005 году мы получили медицинскую лицензию и теперь проводим регулярные заезды пациентов в отделении реабилитации и долечивания, это взрослые пациенты, а также проводим санаторно-курортное лечение взрослых. Подростковые туристические отряды стали проводиться в лагере с 2004 года. Вот на протяжении этих многих лет туристический лагерь завоевал, конечно, огромную популярность среди детей старше 12 лет. Подростки 12-17 лет приезжают к нам с удовольствием. Мы проводим от 2 до 5 заездов в летний период. Они живут на нашей территории в палаточном городке. И этот экстремальный отдых со сплавом по реке Урал, с проживанием в палатке, с познанием основ туризма, они, конечно, очень интересны подросткам. Еще одно направление – это заезды выходного дня, ну и среди недели. Мы принимаем семейные пары, семьи с детьми, взрослые, молодежь, а также заезды однодневные школьников и студентов проводятся с пятницы по воскресенье. Мы доставляем отдыхающих на базу отдыха Самородова, предоставляем им массу бесплатных, но приятных очень услуг, таких как автостоянка, возможность поучаствовать в спортивных турнирах по бильярду, по теннису, волейболу, футболу.
поплавать в бассейне 1 час, час тренажерного зала. Кроме этого, у нас есть сауны, у нас есть шашлычный дворик, у нас есть замечательные спортивные площадки, на которых в любое время года можно найти себе занятия по душе. Зимой мы заливаем каток и прокладываем лыжные трассы. Их, как правило, 500 метров, километр и 3 километра. То есть на людей, которые действительно считают себя почти профессиональными спортсменами, лыжниками, и для любителей есть возможность взять в нашей лыжной базе на прокат лыжи, а также коньки и санки для катания со снежных гор. В любое время года в Самородово удивительно хорошо. И мы организуем еще одно направление деятельности – это проведение конференций, слетов, фестивалей, спартакиад, олимпиад. База располагает возможностью разместить для проживания в номерах разной комфортности до 400 человек. Кроме этого, мы организуем питание, и не только стандартное, но и фуршеты, и банкеты всех участников этих мероприятий. А также мы проводим различные досуговые мероприятия и развлекательные программы и предоставляем возможность заняться спортом. Ну, приведу примеры. Есть наши традиционные партнеры, которые из года в год приезжают к нам для того, чтобы провести спартакиады, слеты и конференции. Ну, несомненно, это общество «Газпром Добыча Оренбург». Научно-технические конференции не только регионального, но и российского, и даже зарубежного уровня проводились на базе Самородова. Кроме этого, «Газпром Добыча Оренбург» проводит спартакиады. Спартакиады руководителей, спартакиады женские, спартакиады руководителей, спартакиады аппарата управления. Мы проводим конкурсы «Мама, папа, я, спортивная семья». Ежегодно, традиционно уже в последние несколько лет, профсоюз работников здравоохранения области проводит у нас спартакиаду летнюю и зимнюю. Для этого есть все возможности, и эти спартакиады очень многочисленные, участников до 500 человек. У нас проводились фестивали рабочего спорта, слеты работающей молодежи и слеты молодых предпринимателей. МЧС России, МЧС Оренбургской области проводил у нас слет добровольных пожарных дружин Приволжского федерального округа. 2 года подряд мы принимаем у себя старшеклассников со всей страны, от Калининграда до Камчатки, Сахалина и Магадана. Победители областных и региональных олимпиад приезжают к нам. Это дети 8, 9, 10, 11 класса. И мы проводим сначала по физике, в первый год проводилась олимпиада, а в этом году были в апреле месяце проведены сразу 2 олимпиады с разницей в 1 неделю, в апреле месяце. Это были олимпиады по экологии и олимпиады по биологии. Проводился всероссийский слет казачества для детей и подростков. Казачьи классы, кадетские классы со всей страны приезжали и показывали свою выправку, свою удаль. Проводились у них такие очень интересные специфические мероприятия. Это было очень значимое, очень интересное дело. Традиционно уже 6 лет подряд проводится в лагере Самородова фестиваль «Тепло детских сердец». Этот фестиваль организован некоммерческим партнерством «Газпром» в Оренбуржье, и проводится он для детей-сирот и воспитанников интернатных учреждений. Более 300 детей приезжает в лагерь Самородова, и проводится там с этими детьми конкурс художественной самодеятельности, выставка художественного творчества, спартакиада, конкурс рисунков на асфальте, всевозможные развлекательные мероприятия и замечательная акция «Росток надежды». Представители каждого детского дома-интерната в течение последних 3 лет высаживают в лагере Самородова деревья. Сначала это были сосны, и у нас замечательная сосновая аллея «Росток надежды». А в этом году дети посадили голубые ели. И все, кто приезжает в лагерь Самородова, конечно, могут увидеть это замечательное дело, которое начали дети. И я думаю, эта акция будет иметь продолжение. Очень большую значимую долю работы в лагере Самородова, конечно, составляют каникулярные детские заезды. Лагерь Самородова, не побоюсь сказать, что это лучший лагерь
не только области, но и нефтяной и газовой отрасли, и даже России. Дважды мы участвовали в конкурсе «Лучший лагерь России» в 2005 и в 2007 году, и мы стали дипломантами-лауреатами. Мы были, получали гран-при областного конкурса и лауреатами первой степени областного конкурса лагерь, «Лучший лагерь Оренбуржья» 2008 стал тоже лагерь Самородова. В 2001, 2002, 2003 и в 2010 году мы победили в конкурсе лагерей нефтегастрой профсоюза. Конкурс проводился между лагерями круглогодичного действия, а также лагерями летними оздоровительными в номинации «Лагерь, принимающий более 500 детей». Действительно, лагерь большой. Традиции очень важны, и в течение всех 30 лет мы эти традиции стараемся поддерживать. В лагере есть своя символика. К нам ведь не зря с большим удовольствием приезжают дети на протяжении нескольких лет. Есть такие дети, которые выросли, приезжая с 6 лет, и заканчивают приезжать к нам уже в 16, тогда, когда прекращаем их принимать на туристические заезды. По возрасту прекращаем. И с удовольствием ждем их потом для работы вожатыми. В лагере традиции очень крепки. Это открытие и закрытие смены. Это такие общелагерные праздники, которые мы проводим для детей и приглашаем на них родителей. У нас есть костер. Мы проводим презентацию кружков. Для того, чтобы вовлечь детей в дополнительное образование в период летних каникул, мы проводим презентацию. Каждый руководитель показывает, рассказывает то, о чем, чем он будет заниматься с детьми, вовлекая этим образом, агитируя детей тоже поучаствовать в этом дополнительном образовании. У нас ежегодно проводится на каждом заезде выставки работ детей, которые занимаются в кружках художественно-прикладного направления. А также у нас есть экологические кружки. Кроме этого, мы занимаемся с детьми дизайном, эстрадным и народным вокалом, хореографией, аэробикой. Всевозможные занятия мы придумываем для детей для того, чтобы ни одной минутки свободной в лагере у них не было, чтобы они с пользой провели лето. И обязательно проводим там еще, в лагере еще и спартакиаду по 8 видам спорта. Дети у нас играют в футбол, в волейбол, в настольный теннис. После того, как по программе «Газпром детям» в 2009 году нам был выстроен огромный бассейн с новейшей системой очистки воды, 100% без химии, исключительно детские. Вода очищается ионами серебра и меди. И дети очень любят плавать в этом бассейне. Так вот, занятия по плаванию привели к тому, что в программу нашей летней спартакиады включено и плавание. Также мы проводим соревнования по городкам, по лапте, проводим велопрогулки на летних каникулах, а в зимнее время лыжные прогулки и катание на коньках. Большое внимание в лагере уделяется детскому самоуправлению. Для этого мы проводим в лагере большую экономическую игру. Это тоже очень увлекательное дело, когда дети участвуют во всем, что творится в лагере. То есть дети работают на бирже труда, у нас работает самородовское телевидение, мы выпускаем самородовское издательство «Самиздат» газету. Это тоже делают дети. Они и редакторы, они и писатели. Они и верстают эти газеты, так же точно, как и на телевидении. У нас есть свои операторы, свои ведущие, они делают репортажи. Особенно интересны репортажи с героями дня. В каждом отряде выбирается ежедневно герой дня, который дает интервью, и это интервью затем транслируется по самородовскому телевидению. Есть самородовское радио. Кроме этого работает банк, зеленый патруль, санитарный патруль, биржа труда, полиция. Аниматоры, очень много должностей в большой экономической игре. А кроме этого, можно на бирже труда взять разовую работу и поухаживать за нашими цветниками и кустарниками. И за это тоже получить в банке самородовскую валюту, которая так и называется «самородки». По результатам большой экономической игры в конце смены проводится ярмарка, где дети могут на эти самородки, заработанные честно, или продлить время на дискотеке, или посвятить песню на дискотеке своему другу или подруге, или могут купить пирог для своего отряда и для младшего отряда и подарить на прощальном костре для прощального чаепития.
А также они могут купить сладости и те сувениры, которые продаются на ярмарке. А сувениры эти сделаны на кружках художественно-прикладного творчества. Это и работы из бисера, и из коры дерева, это и роспись по камню, это и мягкая игрушка. Мягкая игрушка иногда поражает просто воображение, потому что трудно те поделки, которые сделали дети старших отрядов, отличить от тех игрушек, которые продаются в магазине. Иногда они даже более качественные и более интересные, непосредственные. Дети очень хорошо рисуют. У нас есть замечательный педагог по изодеятельности Татьяна Ивановна Ильина. Она рисует с детьми не только на бумаге, она рисует с детьми по камню, она проводит лепку из глины. Она рисует с детьми на песке. И эти работы мы выставляем для родителей в родительские дни. Родители тоже принимают активное участие в жизни лагеря. В этом году мы проводили наш традиционный конкурс самородок, конкурс талантов, как семейный конкурс. Конкурс семейных талантов самородок. Привлекли не только братьев и сестер наших ребятишек, но а также мам, пап, бабушек и дедушек. В лагере Самородова очень интересно. И зимой, и летом, и весной, и осенью, и детям, и взрослым. И если вы приедете в лагерь Самородова, вы увидите, насколько радушно вас там встретят и насколько интересно вы проведете там время. У города Соль-Илецк Оренбургской области есть своя отличительная черта, которая делает его заметным не только в российском формате. Это комплекс соленых озер. Именно он является центром притяжения сотен тысяч российских и иностранных граждан. Туристы, приехавшие за здоровьем в Соль-Илецк, могут ощутить на себе влияние бальнеологических, лечебных и оздоровительных факторов. Хлоридно-натриевых минеральных вод озер «Развал», «Новая Дунина», подземных источников. Для грязелечения используется иловая сульфидная грязь озер «Тузлучная» и «Дунина». Важные составляющие в комплексном лечении – климатические факторы. Воздух степных просторов. Чудодейственный микроклимат вблизи минеральных вод, гелиотерапия, лечение солнцем, щедрый и бесплатный источник тепла и ультрафиолета. Спелеолечение здесь организовано в специальных помещениях из соленых кубов. Бизнес-план инвестиционного проекта предполагает строительство нового лечебного корпуса. К услугам гостей будет предоставлена гостиница, детский корпус с игровыми комнатами, бунгало для семейного проживания, вип-коттеджи с парковочной и прогулочными зонами. Для любителей активного отдыха запланированы культурно-развлекательные и спортивные объекты, в том числе бассейны, аттракционы, игровые площадки и пункты проката. Ставится задача по развитию инженерной инфраструктуры. Планируется построить автодорогу, обеспечить газо-, электро- и водоснабжение. В настоящее время проект находится в стадии отведения земельного участка. Привлекательным для потенциальных инвесторов является доступность комплекса до транспортных объектов. Большая часть финансирования инвестиционного проекта будет производиться за счет средств федеральной и областных целевых программ. Кроме того, строительство комплекса включено в стратегию развития Оренбуржья до 2015-30 годов. Приняты специальные постановления областного правительства. Сметная стоимость проекта составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей. Период реализации – 6 лет.
Заказчиком проекта «Солилецкий оздоровительный комплекс «Сарматская обитель» выступает правительство Оренбургской области.